Кто-то хочет. Да, аккуратно так воняет. Двигатель упал, двигатель вытекло топливо. Это после того, как он влетел и вниз по стене пошел. Он лежит, двигатель лежит в подвале. Да. Вытекло топливо в ливню. Смотрите, я понимаю, что сейчас в шоке, извините, что вы хоть как-то хотите встречи, я понимаю, что здесь полезно. Но все, что касается, это важно. А вот это что такое? Вот это все? Это был сарай, пристройки были. А дом находится. Ну вот окна, да, нет, я помню, летали. Двери. Окна максимально быстро. Виталий, что касается, смотрите, сам главное, чтобы у него все было нормально, оказаем помощь. Следующий вопрос. Завтра он подъедет его регистрацию. Да, жесть. Она вырвала, получается, когда ударила, вот она взрывная волна, и вон вен канал, и она повырывала всю байду. А что ж сюда, это вен канал, это видно, пошло на. Да, 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 он когда сверху упал, этот гад. А вы где были? Наверное, наверное. Проверяю. Ну, спасибо, Иван. Злое счастье, вот эти. Кто тебя зовут? Ева. Ева, что-то перепугало? Да.